Я думала даже до последнего не ехать. Вот до последнего думала не ехать. Просто мои родственники здесь, с Польши, сестра, она мне просто устроила истерику и сказала: а что вы себе думаете? Вот, будут выбивать дома. Вот, что вы сидите? У вас есть кому помочь. Тем более Европа помогает. Нечего сидеть, говорит, собирайтесь. Вот, но мужчины, понятно, остались, а нас отправили. Они, конечно, очень сильно переживают. Но... мы очень надеемся, что очень быстро все это закончится, и мы вернемся. Мы не рассчитываем здесь жить, мы хотим домой и хотим жить в Украине. Как бы плохо не было, кто ездит на заработки, кто зарабатывает небольшие деньги, но мы дома, мы на своей земле. Я ходила в школу, все было хорошо. И когда началась война, нас посадили на дистанционку, и нас потом сделали каникулы. Было очень страшно сюда ехать, и хочется побыстрее домой, как мама сказала. Надеюсь, все быстро закончится.